Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Outlast 2. Так, в прошлой серии мы познакомились с новым противником. Так, у меня кошка опять кровать рвет. Она надоела это уже делать. Она, короче, когти точит об кровать. За нее пришлось прошлую кровать выкидывать. Пытаюсь ее как-то учить, чтобы она этого не делала. Но... это не кошка, это кошмар. Ага. Ты чё? А... объясните мне вот это как? Он по воздуху идет. Тебе нужно помочиться, Ник. Бля, он же сейчас задохнется. Ну, короче, долго будет ломать, если меня заметят. Чёртовы сервятники, сколько живых трупов? Чё? Я продолжаю возвращаться, чёрт. Я продолжаю возвращаться. Не, скоро нам придется уже начать бегать от этого монстра, который водится в школе. Я говорю сейчас без приколов, нам реально скоро придется бегать от него. Три бинта. И нам придется реально просто убегать. А что делать-то надо? Вот сейчас я вообще не понимаю, что делать. Чем-то садика напоминает Дум и Вольфенштейн. Так мы были тут.
Секунду. Секунду. Так, ребят, продолжаем. Is that a phone? Чего? А, реально. Так. Я, конечно, хочу сейчас все быстренько осмотреть. По-моему, сейчас придется вот именно вот сейчас убегать. Да я не поверю, что тут ничего нету. Но, кстати, в этой школе я реально помню, что придется жестко вот от него убегать. Бежать куда-то. Ага, вот как сейчас. А я не понял, что я сделал неправильно. Ага. Что, все? Прикиньте, ни одной батарейки. Алло? Привет, привет. Слава богу, ты жив. Сохраняй спокойствие, мы можем тебе помочь. Мы вытащим тебя оттуда. Ты должен найти место, где прячется безопасное место. Где ты сможешь вспомнить вкус, когда ты почувствовал, как шея ломается, чертов ублюдок. Все, сохранение. А вот это тот самый, блядь, момент, ребята! Он идет! Не, подождите-ка, ребят, сейчас я туплю жестко. Я понял, что куда-то надо на второй этаж бежать. Я помню, что реально надо будет бежать на второй этаж. Здрастин. Я понял тебя. Я понял тебя. Шикарно, я тебя понял. А куда? А что делать? Или что, реально надо найти тот шкаф, в который она забежала, блядь? Я не понимаю. Чего?
Enfer and Ferry Per Espera. Это латынь, что ли? Set it free. Это бесплатно. Лэр, нет ничего более жалкого для страждущих, чем жалость к себе. И я верю, что ты не позволишь найти себе удовлетворение в таком же женском грехе. Если последователи, которых я тебе доверил, испытывают голод и боль, то я боюсь это последствия их физических грехов и воли Господа. Я отправлю тебе столько еды и вина, сколько Господь хочет, чтобы у тебя было, и не больше. У меня были видения о том, что чума распространяется, и наши страдания достигают той точки, в которой никто из нас не может вынести больше. Поэтому возрадуйся. Пусть тебя утешит то, что скоро мы достигнем центра этих страданий и уйдем в вечный рай. Если ты не сможешь управлять своими людьми с помощью слов, делай кулаками своего ездового животного. Папа, я люблю тебя, Господь избавит тебя, Нот. П.С. Я добавил сумку соляного печенья, которого так любит Ник. Поконтролируй, чтобы он его получил и знал, что это подарок от меня. Да ёпперн! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Да. Чё? Что я сделал, блин, не так? Объясните мне, пожалуйста, ребят. Вообще не понимаю.
Слышь, прекрати. Не попадешь все равно. Так, там что-то есть. Ой, чувак, просто ну благодарен. I can still find my way to the mine. Да доберемся, не ссы. Сейчас, конечно, что-то опять произойдет. Все-таки можно быстрее, сиськи, через эти балки идти. А как он так попал-то четко? Он сзади, сука! Да? Оооо! Кинотеатр! Ты с нами, все в порядке. Ты с нами. Не считая того, что вы стреляли меня стрелами. Проба ведь еще не готова. Мы запишем твое воскрешение. Мы закончим твою исповедь. Больной. Да, да, мы возвращаем его на путь му. Его могила ждет. Схватите его, а когда он воскреснет, мы получим причастие. Нет, не надо. Чокнутые ублюдки, господи! Не, ну это жестко, прям живым его. Прям вспоминается фильм «Погребенный заживо». Офигенный был фильм. Давай! Ну. Я смотрю, отлично его закопали. Даже не постарались. Не, ну, серьезно. Камера при мне. Есть 4 батарейки. Очень хорошо. А сколько в итоге я могу таскать с собой? Ага, тусачка не показывает в этой части. Да, некоторым повезло меньше. Это мой брат, раздавленный и убитым тираном Лэрдом. И воприхвостнем Ником, из-за вина, которого тот разлил. Потому что у него не было... нескольких пальцев, и он был не виноват. Это ужасная несправедливость, и я надеюсь, что милостивый Господь обошелся с ним лучше. Ха, и да, лучше. Я и смотрю, валяется. Куда идти? Ладно, сюда. Опять в лес. Опять страдания.
Да иди ты нахрен! Ну, ляг! Я нажимаю на Z, чтобы лечь. Или тут другая кнопка? Я что-то не понял. А, точняк, это в папке, по-моему, ложится на Z. Здесь у меня на C. Да, 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 все. Я как бы временами поигрывал в папке. Поэтому, как бы там на Z ложится. Тут тоже ничего нету. Почитаем? Почитаем. Долгая же книжонка. Так. Да и доберемся, не парься. Вот. Возрадуйтесь же. Давайте поближе сделаем просто. Возрадуйтесь же. Пораженные, покрытые нарывами и язвами. С трещинами и ранами на сексуальных местах. Ваш креститель идет к вам в человеческом обличье, верхом на осле. Это креститель, в котором все имеет размер ребенка, кроме мужского начала, и поэтому он больше всех любит пророком Селиваном Нотом. И Нот сказал Лерду, что для тебя желанное при таком убожестве. И Лэрд сказал: я хочу увидеть то, что видел новый Эзекииль. И Нот сказал: да, врата твоего разума слишком узкие для мудрости жезла Господнего, и разойдется твой разум при его проникновении, и будет это актом спасения. И Лэрд сказал: да, я верю каждому слову моего отца. И Нот воскликнул: «Вославим Всевышнего, благословенны вы, пока любите меня, и должны вам, и должно вам иметь те вещи, которые вы пожелали». И Лэрд сказал: я вижу, как открываются небеса, я вижу дым в небесах, облако нанесенных успокаивающий на землю человека возросло, но безгрешного, самого красивого, чья красота намного превосходит женскую. Я взглянул и узрел избавителя пораженных, о которых молвил Эзекииль. И Эзекииль снова заговорил с Лэрдом: смотри, искупитель помогает детям пораженных членов и гнойных чрев. Ой, да. Эти сектанты просто больные на голову. Писать о таком, блин. Да, могете. И я узрел множество больных, которые... Чего там? Поддались влиянию дьявола и нечистых духов, и которых исцелит сила Ангца Божьего. И я, Лэрд, увидел, как он был поднят на крест и убиен за тех, чья похоть привела их к греху, и чьи грехи привели их к похоти. И пока он висит, молоко и вино будут литься рекой, и каждому будет масло и алкоголь.
И они должны восславить Лерду, который ведет их искуплению. И когда он искупает дух, и его непорочная плоть свисает с дерева, они должны освободить его от терний и погрести в земле. И пораженный должен сказать: «Мы утомлены и презренны за то, что наши сердца наполнены грехом, поэтому славному Лерду придется направлять их языком и плетью, и членом». Ой, да. «И напомним им, людей утомить легко, но сможем ли мы также утомить Господа? И они должны восславить Лерда, который ведет их к искуплению. И Спаситель пораженных восстанет из могилы, победит болезнь и смерть, и страдания, и страдающие будут называть его Эммануиль. И Спаситель пораженных скажет: это плоть моя, ешь ее и будьте исцелены. Кто отведает плоти моей, получит вечную жизнь». И они должны восславить Лерда, который ведет их к искуплению. Да, ребят, вот сейчас я прочитал реально огромный бред. Она повесилась, прежде чем он смог. Или она... Нет, подождите-ка, не она. Он... Чёрт! Скрипа, уйти из этого места, вот вообще здесь ни хрена не видно. Ладно, темнота, но здесь, прикиньте, тут еще и туман, поэтому все хуже. Видно в этом свете. Что-то вблизи еще можно увидеть. Идет сохранение. Шахта? Это должна быть она. Как, черт побери, я... Там чуть-чуть по реке. Извини, мне пришлось взять веревку с этого шкива, потому что я собираюсь взобраться на небеса. Если этот жирный Иезекииль не хочет давать тебе больше веревки, ты сможешь зарезать меня и забрать ее, потому что мне она тогда уже будет не нужна. Ясно. Мессия. Так, что там пришло-то?
Так, ладно, потом отвечу. Ну, как я сейчас понял, мне придется бежать очень быстро и через них всех. Так, я подлечусь потом, потому что сейчас это опасно. Здрасте! Пока есть свобода, подлечимся. Мне сейчас опять школа? Так, пожалуйста. Не надо. Крыша, возможно, я мог бы... Блять, он сказал. Это, по-моему, последний раз, когда мы, ну, сюда приходим. Я как бы на это надеюсь, потому что мне школа уже как бы поднадоела. Да иди ты нахрен! Я тупо уже побегу. Так. Я рад тебя видеть, дорогой ты любезный мой друг. В окно. Да? Понял? Я понял, как его обмануть. Короче, смотрим внимательно. Я ступил сам, ну, в самом конце уже. Бежим тупо наверх. Он появляется наверху. Мы спускаемся вниз. Вот эта дверь, да, или чё? Блин, скользить он не умеет. Я надеюсь, это последний раз.
Не понял. Jessica! I'm here. Jess! Hey! Quick. Jessica! Can you hear me? Эй, Джессика, это не смешно. Ты где? Может, залезть куда-то надо? And shed round me thy presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. O God, the sun, look down upon thy little one. O light of light, keep me this night and shed round me thy presence bright. I need not fear if thou art near. Thou art my savior, kind and dear. Quick, the day is done. O God, the sun, look down upon thy little one. O light of this way, Blake. Jess, are you there? Здравствуй, Джейсон. Да. А ну чё ты? Да. Скример. Не, получается, еще раз в школу мы вернемся. Блин, ну мне хотелось бы уже избавиться от этой школы. Она лишь вот мне здесь не нравится. Да и плюс, ребята, если что, эта школа это просто галюны. Все, что здесь сейчас происходит, люди, да, здесь, возможно, они существуют, но у нас в большей мере просто здесь галюны. Здесь должна была, наверное, валяться еще одна птичка. О, фу, не птичка. Озеро. Проберусь на другую сторону. Что я хотел? А, батарейка, точнее. Батарейка, наверное, там должна была валяться. Хорошо, я не засуну и пальцу. Мне туда. Так а зачем эти дома-то? Не, ну как бы ради лишь интерьера, ну ладно. Но я ищу сейчас аптечки и батарейки. Не хочу, ну, раньше срока уходить и что-то пропустить. Туда явно как-то можно попасть.
возможно. Ага. Ползти опять надо. Что, ради записки? Ну ладно. Well. Покорись заботе этих людей, и я обещаю, что ты будешь страдать не больше, чем это необходимо. Ты должен знать, что находится под влиянием врага, и ты будешь жалеть об этом пути сейчас и всю вечность. Я люблю тебя и люблю сейчас, и Господь любит всех их, всех своих созданий, даже если они сбились с пути. Вернись к нам, помоги нам найти спасение. Бог любит тебя, папа любит тебя, но... Так, мне бы батарейку всего лишь. Зачем? Да? Не зря дошел. Давайте еще по тем, я думаю, пройдемся. Ну а что терять-то? Здесь, кстати, персонаж устает от бега. В первой части такого не было. Реально, в первой части такого не было. Здесь, возможно, бы тоже батарейка валялась бы, если бы я выбрал другой уровень сложности. Так, а тут нам тоже не пройти. Остается только последний. Как я здесь вообще оказался? Вот шахта. Идем. Здесь больше. А сколько у меня батареек? How am I gonna get across that lake? Целых 6. А сколько можно максимум мне таскать батареек? Нет, я просто не знаю. Раньше вот писали рядом с этой огромной батареей. Башня, радиовышка или радиорельная линия, возможно, цивилизация. На секунду я подумал, что могу не умереть. На секунду, лишь на секунду. Опять. Давайте сначала я тоже пойду наверху осмотрюсь. Мне этот звук, он не нравится. А хотя, знаете что, ребят, давайте пока закончим. Сохранение только что было. Буквально как мы поднялись сюда, давайте я вот прям на красивом виде, скажем так, остановлюсь. Вот так вот. Чуть-чуть выше. Вот. Идеально. Так что... Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.